Всем привет, 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 привет. Ну а вы как догадались уже? Будем продолжать копаться в моих закромах. В этот раз у меня здесь, так сказать, морепродукты, дары моря. Ну, в общем, я вам уже показывала дары моря, так сказать, в розовых, в таких вот более теплых тонах. А сегодня у меня такие зеленый, голубой, черный, темный. В общем, разное. И то, что я не показала в прошлый раз. Ну, давайте начнем. Браслет. Вот такой интересный браслет из перламутра. Перламутр полностью весь, как видите, разноцветный. И также здесь присутствуют вставочки, вот такие бусинки в виде капелек. Но очень удобное в них отверстие. То есть не в самом конце, а можно нормально надеть ее на бусы. Сплетен он ужасно. Вот на вот такой проволоке. Жутко и страшно. Я его, конечно же, распущу. Вот, и застегивается он на вот такую вот застежечку с магнитом. Так, дальше. Дальше вот такие бусики. Здесь тоже перламутр и искусственный жемчуг. Ну, тоже ничего особенного, но у меня нет желтого такого перламутра, такого золотого просто. Но я думаю, пригодится. Так, браслет. Браслет вот такой интересный. Здесь есть и зубы вот такие вот. У меня есть подобного типа жемчуг. Ну, я думаю, пригодится. Так, а также у меня есть еще вот такие зубы. Здесь это зубы такой розовый, оранжевый, желтый, фиолетовый. Это тоже перламутр, это крашеный, это был браслет. Я вам уже показывала, у меня были бусы. Я делала бусы вот с этими зубами, а потом меня стали раздражать, и я их распустила. Ну, для чего-нибудь они мне пригодятся. Для чего-нибудь точно пригодятся. Так, дальше. Бусина из перламутра. Вот такая прям как шахматная доска. Здесь перламутр темный, светлый, очень интересная бусина. Она легкая, то есть это, я не знаю, там что там внутри, наверное, деревяшка. И вот это вот все дело вот так вот инкрустировано и сверху покрыто лаком. Очень интересная бусина, очень она мне нравится, эта бусина. И вот такие вот обычные, совершенно обычные бусы, они здесь на магните. Они фабричные, здесь вот есть бирочка. Я уже не помню, как называется этот бренд. Ну, вот такой вот, просто крашеный в черный цвет перламутр. Но я эти бусы люблю. В прошлом году я их носила очень активно. Но вот надеваешь, думаешь, ай, надела и пошла. Что там выбирать? Ну, вот надела и пошла. Но в этом году я уже, так сказать, поизбирательней. Ну, не знаю, буду я их распускать или не буду, пока лежат. Так. Вот такие бусы, галстук, о которых я вам все время рассказываю, которые очень длинные, и из которых я все время использую, ну, вот они вот такие длиннючие, это в 4 раза сложенные. Тут больше метра. Сейчас в отсутствие тросика я из них использую тросик. Здесь просто идет бисер, бусинки, вот такой вот один яркий-яркий-яркий перламутр и жемчуг, вот такой вот интересный жемчуг. Но цвет здесь какой-то очень такой, очень-очень приятный цвет. И не фиолетовый, и не коричневый, а очень-очень приятный такой хороший цвет. Я бы даже сказала цвет рауфтопаза. Так, ну что дальше у нас? Что будем смотреть? А, да. Хотела показать вам свое новое приобретение. Я вам уже хвасталась вазочкой глазаная. На это вот такая красивая птичка глазаная. Вот такая она снизу. Опознавательных знаков на ней нет, но она выполнена в технике клазане. Вот так она сверху смотрится. Очень интересная. Вот такая у нее рожица. Смешная. Так, посмотрели, посмотрели. Теперь давайте будем смотреть бусины. Это перламутровые бусины. Вот прям в виде листочков. И вот эти вот все темные цвета перламутров, такие вот зеленые, синие, коричневые. Я хочу сделать бусы такого типа, как дары моря.
Вот только те в розовом цвете, а я хочу сделать такие более в таком, ну, в темном цвете, так сказать, в мужском цвете и назвать их Садко в подводном царстве. Леночка, огромное тебе спасибо за идею названия. Я обязательно сделаю такие бусы и назову, как только приедет тросик. Ну, вот еще вот такой перламутр. Вот такие пластинки перламутровые. Тоже очень интересно. Ну и такая вот мелочевка. Вот такой вот перламутрик разный. Ну, он тоже бывает нужен. Так. Так, и вот эти бусы. Я эти бусы могу отнести тоже со всей ответственностью к дарам моря. Потому что здесь все сплошные практически дары моря, за исключением некоторых элементов. Вот такая ракушка, крошка. Здесь тоже крошка, здесь и ракушка, и такие диски крошечные из лавы. Здесь вот ракушка только другого цвета. Дальше идет перламутр. Ну вот он разный, разные цвета. Вот даже зуб вот такой есть. Ну вот разные цвета перламутров. Две бусины деревянных. Вот одна с лаком, вторая без лака. Вот такая вот голтовка деревянная. Ну, она не деревянная, а она из кокоса. Вот такой вот кусочек ракушки. У меня был когда-то такой подобный кулон, только в виде сердечка. Я очень его любила. Очень, очень часто носила. Потом дальше идет вот такой натуральный камень. Я не знаю, что это за камень, явно какой-то кварц. Вот этот вот похож на розовый кварц. И между ними голубой камушек. Не знаю, гавлит это или что это, не знаю. Вот такая вот кость. Вы не поверите, я замачивала и мыла щеткой. Я не знаю, что это такое, но оно не отмывается. Я подозреваю, что это... Ну, я мыла щеткой. Ну вот, у меня уже был вот такой камушек в одних бусах. Только он был более круглой формы, вот такой сахарный, гладенький-гладенький. Вот. Ну, в общем, вот такие бусы я их отнесла тоже к дарам моря. Так, следующий. У меня есть еще одни подобные бусы, но там все полностью перламутр. И меленькие вот эти вот бусинки перламутр, и крупные. Здесь же перламутр, бусины из перламутра и бисер. Пока не распускала, пока надобности не было. Ну и вот еще лежит, сейчас покажу. Тоже вот такая вот кучка всевозможного такого меленького перламутра, беленького. Он такой местами плоский, местами такой квадратноватый, ну, вернее, кубообразный. Ну, в принципе, пригодится. Так. Дальше вот сейчас мы добрались до голубого. Здесь у нас вот такие бусы с ракушечками. И какие-то, или это деревяшки какие-то, не знаю. Вот, ну такие они, в общем. В общем, как материал хороши. Бусинки очень интересные. Вот эти ракушечки интересные. Они такие крепенькие. Ну, есть такие ракушечки, на которые смотришь, и они уже от твоего взгляда лопаются. А эти такие крепенькие, хорошие, прям хорошие, отличные. Так, здесь у меня тоже есть зубы. Вот несколько вот таких зубов. Вот целая гора разнопланового вот такого перламутра. Вот прям кусочки ракушек, но не буду весь показывать. Ну вот он такой разный весь. Ну вот, я думаю, мне тоже для бус Садко в подводном царстве очень даже подойдет. Вот такой перламутр. И вот целая куча вот такого перламутра. Вот такого вот перламутра. Кругленького, такого окультуренного. Так, есть также вот такие перламутрики. Я их уже использовала для реставрации одних бус. Вот есть вот такой перламутр, очень интересный. Такой очень интересный. Ну вот, в принципе, вот такой малюсенький. Ну, в общем, разный вот такой перламутрик. А, даже вот есть вот такой прозрачный перламутрик. Не знаю, видно, не видно, видно, что я там пальчиком вожу. Но вот такой прозрачный перламутрик, он тоже голубенький, тоненький, тоненький. Но я такой боюсь использовать. Мне кажется, он очень уже какой-то такой хлипенький. Так, теперь дальше.
зеленые перламутры. Вот такой красивый кулон. Очень красивый. Так, ну такая пластинка. Она белая, но она вот здесь зеленая. Вот, и оно создается впечатление, что она вся зеленая. Ну, неважно. В общем, браслет вот из таких вот, даже не знаю. Я почему-то подумала, что это что-то морское, а может быть это просто стеклышко, может быть это камушек какой-то. Но я почему-то подумала, что это перламутр такой. Не знаю, почему так подумала. Здесь у нас тоже зубы зеленые. Так, вот такая вот бусина. Вот подобная. Только зеленая, такой листик. Здесь есть очень интересный перламутр. Здесь его всего лишь две штучки. Ну, вот он вот такой. Вот покрашен вот такими какими-то интересными узорами, да? Вот такой. Интересный. Вот. Ну, также есть разные перламутры. Сейчас покажу. Вот. Вот есть такой капелеобразный перламутрик, кругленький, овальненький, вот с отверстием по центру. Вот, в общем, вот такой разный перламутрик. Также есть тут такие совсем классические ракушки, да, вот такие, они крашеные в зеленый цвет. Вот, просто такие вот, как обломочки ракушек. Ну, я тоже думаю, можно в бусах, вот в таких бусах, как Дары моря, но вот тоже можно их использовать, они будут там отлично смотреться. А также есть вот такой перламутр. Сейчас я покажу, какой. Вот такой прям, ой, вот такой прям как бусинки. Он очень такой яркий, и он такой цилиндрической формы. Очень интересный такой перламутрик. Так, что же здесь еще у нас такого интересного есть, что я не показала? Ну, наверное, все. Так, смотрим дальше. Вот такие зеленые жемчужные бусы-галстук. Они тоже, ну как, брендовые, они не самодельные. Вот, ну, в общем, вот такой некрупный, некрупный жемчуг, не очень ровный, но подойдет, мне подойдет. Вот еще такой разный жемчуг, я все это сыпала воедино. Вот такой разный. У меня просто не в чем хранить, поэтому я так иногда соединяю. Ну, а потом уже при дневном свете все это дело я буду разбирать на части, по цветам, по размерам, по формам. Здесь есть и золотой, и серый, и зеленый, и такой бледно-бледно-зеленый. В общем, вот такой разный перламутрик. Ой, перламутрик, господи. Вот такой разный жемчуг. Так, дальше. Дальше есть у меня вот такие красивые зубы. Сейчас я вам покажу. Сейчас их возьму в руки. И покажу. Вот такие вот неимоверные, просто неимоверные зубы. Они такие прямо, прям Аврора Бореалис. Очень красивая иризация, просто обалденная. Ну, я подозреваю, что они покрашены, это не природный цвет. Но очень они уж, очень уж они яркие. Прям действительно как зубы золотые. Так, а здесь у меня тоже вот бусины, такая солянка, солянка сборная. Я их объединила по цвету, но они мне тоже могут подойти. Здесь бусины разные. Здесь есть перламутр, а есть кошачий глазик, некоторые бусинки. Ну вот, и вот такой вот перламутр. Он такой двусторонний, с одной стороны светлый, с другой стороны темный. Ну вот такой очень-очень спокойный цвет такой, прямо... Прям хороший, прелесть, нравится мне. Так, и дальше еще вот такой жемчуг. Тоже очень похож на тот, который я уже показывала. В общем, вот такой. Тоже разный. Потом буду разбирать. Здесь тоже и золотой, и какой хочешь. Ой, сюда еще и бусины попали. Вот. Ну, в общем, вот такие жемчуга. Также у меня вот лежат от киндер-сюрпризов. Это вот такие чипсы, да, из ракушек. Здесь вот такие белые. Они, кстати, лаком вскрыты, вот эти белые. Сейчас покажу. Вот. Вот такие. Так. И здесь голубые.
Они тоже, по-моему, лаком покрыты. Вот такие яркие голубые ракушечки. Очень интересный, кстати, как материал, очень интересный. Так. Есть еще у меня целая куча вот таких вот дисков. Кстати, их действительно можно использовать как диски проставочные между бусинками. Очень они интересные. Их очень много. Правда, есть некоторые, вот, например, как этот. Но я пожалела, пока не выбрасывала. Вот сломан такой. И вот какой-то такой тоже немножко надломанный. Ну, я почему оставила? Вот бывает, одного не хватает, и вот хоть плачь. Ну вот хоть плачь. Так я подумала, думаю, лучше уж такой один поставить, чем вообще никакого. Поэтому я не выбрасывала вот те, которые есть вот такие с потерями. Так. Вот еще вот такие жемчуга. Да, здесь браслет. Я его не распускала. И вот такие вот золотые жемчуга. Здесь его довольно много. Я уже делала из подобного жемчуга бусы. Вторые я, конечно, делать не буду, это скучно. Так, вот еще такой защитно-зеленый цвет, прям болотно-зеленый цвет такого жемчуга. Ну, он очень-очень маленький, совсем маленький. Вот они похожи по размеру, даже этот чуть крупнее. А этот, ну, совсем мелюзга. Так, вот такой красивый синий жемчуг. Вот красивый, но его немного. Ну, очень красивый такой, он и довольно крупный, и такой он по качеству хороший. Понадобится, конечно же. Так, а вот у меня голубые бусины. Здесь какие-то остатки от бус. И вот здесь вот остались бусинки, на которые просто мне их не хватило. Вот еще на одну низочку моих голубеньких бусиков, которые называются 13 нитей жемчуга. Просто не хватало, поэтому я уже не стала их надевать, осталось их некоторое количество. Может быть, когда-нибудь еще что-нибудь скреативлю из такого жемчуга. А тем более, совсем недавно купила бусы из голубого жемчуга. Вот, может быть, понадобится тоже. Тоже очень красивый цвет, он какой-то такой серо-голубой. Он и не серый, но он и не голубой, но очень красивый цвет, такой какой-то стальной немножко. Очень красивый жемчуг, но тоже его немного. Поэтому я все эти жемчуга отложила для бус, которые хочу сделать садко в подводном царстве, которые будут типа бус дары моря. Вот такой зеленый жемчуг. Красивый тоже, такой цвет яркий очень. Но здесь, конечно, его нужно разбирать. Здесь, конечно, не все бусины. Не все бусины здесь из одних бус, поэтому они немножко разные. Ну, я это буду делать уже непосредственно, когда у меня будет тросик, и я все это дело буду делать в дневном свете. Так, ну и вот еще вот такой синий жемчуг. Ну, здесь не только синий, здесь еще попадаются вот такие вот два, я вижу, таких каких-то серо-коричневых. Вот, ну, в общем, вот такой. Ну, тут уже всякие разные. Если тот синий, там он весь одинаковый, то этот такой весь разный. Ну, все. На этом мы закончили рассматривать. Вроде все посмотрели. Ничего не забыли. Все. Все на месте. А, забыли. Хотела вам показать мое последнее приобретение. Я не хотела уже это выносить в отдельную. Вот таких три браслета у меня. Красивых. Здесь черные белые бусины, белые Аврора Бореалис. И вот такие вот проставочные, вот так это будет смотреться. И вот такие вот разделители. Вот, в отличнейшем, все в отличнейшем состоянии. Такие прям красивый браслет такой. Вот, в общем, вот такой. Вот так он смотрится на руке, хороший. Вот, красивый очень. Так, вот такой браслет. Соблазнилась на красные бусины. Я же все красные бусины использовала. То есть у меня вообще ничего не осталось. Вот, я купила. Пусть будут. А то бывает нужно, а у меня-то и нет. Ну и, конечно, звезда. Просто звезда. Вот этот браслет, он покорил мое сердце. Он стеклянный, тяжелый. Вот эти бусины. Ой, ну такой прямо... А может быть, это и не стекло, может быть, это какой-то камень. Это я решила, что это стекло.
Вот, ну не знаю, я очень красивый, но он такой тяжелючий, просто, не знаю. Подскажите, это стекло или, может быть, это какой-то камень? Не знаю. Очень красивый. Я его переделаю. Но, наверное, ну, не знаю, наверное, оставлю браслетом. Мне вот эта вот штуковина здесь абсолютно, ну, никак. Абсолютно никак не нужна. И здесь вот одна бусина побольше, остальные поменьше. Я как раз вот попыталась убрать, он там великоват на меня. Я попыталась вот эту бусину вот так убрать. И тогда он смотрится лучше. Ну, я подумала, может быть, я между ними какие-то крошечные проставочные бусинки поставлю. Ну, вот, но это уж когда резина приедет. Ну, в смысле, силикон для... Вот эта вот резинка. Для того, чтобы сделать браслет. В общем, не могу. Я прям в него влюбилась. Такой он классный. Вот, я надеюсь, что очень скоро мой заказ придет. Во всяком случае, согласно отслеживанию... Уже написано, что он находится в Швеции. Посмотрим, сколько я еще буду ждать, сколько он будет блуждать по Швеции. Очень интересно. Ну все, а вот теперь действительно все. Все, спасибо вам всем огромное за внимание. Пишите отзывы, как вам мои материалы. Вот, пока это все. Пока больше показывать я не буду. Ну, есть у меня еще много бусин. В баночках, в пакетиках, в кулечках. В общем, ну, бусины я уже показывать не буду. Я бусинами вам показывала просто натуральные материалы, там камушки всякие, перламутрики, ракушечки такое. А обычные бусины, там стекло и все остальное, я уже, конечно, там дерево, я уже показывать, конечно, не буду. Вот, поэтому пока остановимся на этом. Будет что-нибудь еще дальше, буду доснимать, буду показывать. Но уже такие видео будут выходить очень-очень-очень редко. Ну, конечно же, когда до меня наконец-то доедет мой долгожданный заказ с Алиэкспресс, я вам, конечно же, похвастаюсь, покажу, что у меня есть. Ну вот, порадуюсь вместе с вами всем моим покупочкам. Я уже просто не могу дождаться. Просто не могу дождаться. Так хочется уже что-то делать, а я все не могу. Ну все. Огромное спасибо всем за просмотр, огромное спасибо за комментарии, за лайки, за дизлайки. Подписывайтесь, пожалуйста, помогите немножко моему каналу. А то я как-то так застопорилась, никто не подписывается. Просмотров очень мало, вроде уже и осень началась, а просмотров все равно маловато. Маловато будет. Согласно статистике, мои видео смотрят 10-15 человек. Ну, в общем, мало, очень мало. Ой, значит, наверное, я что-то делаю не так. Вот. Ну, все. На этом действительно все. Всем всего самого-самого наилучшего. Всем желаю хорошей осени, теплой погоды, прекрасных счастливых дней, здоровья. И всем пока-пока-пока-пока.